Всем привет! Сегодня я вам кратенько расскажу, что такое круиз-контроль для мотоцикла. В 2014 году впервые закралась эта мысль изготовить круиз-контроль, так как мы ездили иногда на длинное расстояние и хотели как-то разгрузить правую руку, чтобы постоянно держать газ. Но не было возможности. В 2016 году мы изготовили первый опытный образец. Выглядел он вот так. Это такой кусок поликарбоната тройки, который закатан в черную пленку для красоты. На тот момент найти что-то лучше и толще не было возможности, а он изготавливался на фрезерном станке. Чертежи я изготовил, собственно, сам. Взял размеры с мотоцикла, начертил это в векторной графике, отдал Лехе. Леха – это мой соклубник. Сделал два образца, на которых мы успешно катались. Ну и как-то это дело и забросили, потому что найти материал потолще было проблемно, и он был очень дорогой. И вот буквально в 2022 году, спустя, сколько получается, 6 лет, я нашел чертежи, а так как уже все-таки 2022 год, то очень много сейчас появилось 3D-принтеров. Благо чертежи сохранились, и можно уже напечатать вот такой вот круиз-контроль. Кто следит за Инстаграмом, я сломал порядка 4 штук, может 5, до того момента, пока не нашел нужную структуру для этого изделия. Оно довольно прочное теперь уже и имеет логотип канала. Изготовил я его под своим логотипом, так как промо на канале нет. Ну вот, первая промо-продукция моего канала. Кто захочет приобрести, можете написать в личку, по Беларуси легенько отправлю. Зачем эта штука нужна? Кто катается на длинное расстояние, знает о том, что очень долго держать ручку газа тяжело и рука устает. Эта штука очень сильно разгружает это дело, и вы чувствуете себя более комфортнее. Плюс скорость держится плюс-минус постоянная. То есть можно на прямую трассу выехать, установить его в нужное положение и не париться по поводу там, того, что где-то задумался, открутил больше. Сейчас я вам покажу вообще, как эта штука выглядит вблизи и что она из себя представляет. А спонсор данного видеоролика – Sinners Buy. Если вы хотите такую же крутую майку или фуфайку, переходите по ссылке в описании. А по промокоду HELGI22 вы получаете 20% скидку до конца года на весь ассортимент сайта. Переходим, заказываем. Вот, в общем, вблизи выглядит это вот так. Мой логотип. Отверстие просто для облегчения. Плюс добавляет к дизайну некоторый антураж. Не знаю, на что похоже, но мне нравится. 5 мм толщина. Изготовлено из самого прочного пластика, который сейчас есть для 3D принтеров. Довольно жесткий и предназначен для стандартных ручек, либо Oxford теплых ручек. То есть тут есть куда двигаться, поэтому в принципе на стандартные ручки и на теплый Oxford становится легко. Для того, чтобы установить на клипон, на ручку вашего мотоцикла, надо просто сделать вот так. Все. Ничему не мешает. Яркий оранжевый цвет позволяет помнить о том, что что-то у вас на руле установлено. При движении это выглядит так. Вы разгоняетесь, откручиваете ручку в нужное положение, опускаете круиз, он упирается в рычаг тормоза. Все, ручка зафиксирована. В случае чего всегда можно закрыться, открыться, и ничего не мешает. В городе эту штуку, естественно, использовать я не рекомендую, даже запрещаю. А по трассе очень милое дело. Рука не устает, лежит спокойно себе на ручке, в случае чего можно легко закрыться. И почему не лепесток? Вы разогнались, опустили, едете. Когда у вас здесь ничего не мешает, вы всегда можете легко закрыться и оттормозиться. Но если у вас здесь лепесток, как вы помните, он спроектирован таким образом, что вы его в какое-то положение нужное вам помещаете, потом откручиваете ручку, и вот он у вас здесь лежит. Все, якобы вы с весом своей руки держите лепесток. Но в случае закрытия газа у вас рука уходит в анатомически не очень удобное положение для того, чтобы начать тормозить. Вот в таком положении схватиться за рычаг невозможно. Либо вы оставляете открытый газ и тормозите, но это называется не тормозить, а просто ехать на зажатом тормозе. Это падение, это ДТП. И лепесток провернуть уже в обратную сторону не получится.
Поэтому вот этот круиз выигрывает по безопасности перед лепестком. Он реально безопаснее. Ну что, сейчас я попробую проехаться на круизе. Мотоцикл я уже прогрел заранее, потому что кто катается на ВФР, в принципе, знает, что когда он прогрет, и обороты уже рабочие, на холостых ехать невозможно, он подергивается, поэтому приходится давать газку. И как раз-таки в данной ситуации будет конкретно видно, насколько круиз в данной конструкции работает. Все, мотик прогретый. Если я буду трогаться чисто на холостых, будут подергивания. Ну, сейчас мы выйдем напрямую и попробуем дать круиз. Все, выезжаю напрямую, откручиваю ручку газа, фиксирую круиз-контроль. Мотоцикл двигается без подергивания, потому что обороты повысились до комфортных для этого двигателя. Как вы видите, я поднял руку, мотоцикл двигается сам. Чтобы остановиться, надо закрыть газ, упали обороты, тормозим, останавливаемся, включаем нейтральную передачу, спускаем сцепление, глушимся. По сравнению с лепестком, эта штука гораздо безопаснее, потому что здесь вам вот в этом моменте ничего не мешает. Вы спокойно закрываете ручку газа, вы спокойно ее открываете, фиксируете, надо, закрываете. Ничего не мешает и, в принципе, довольно безопасной, но я вам не рекомендую и даже запрещаю использовать ее в городе, потому что она там не нужна, только для трассы на дальнее расстояние. Всех, кого заинтересовал проект круиз-контрольный мотоцикл и кто хочет поддержать канал, можете написать мне в социальных сетях, в любых, в Инстаграме, ВКонтакте, где вам удобно. Мы с вами договоримся, я вышлю вам эту штуку почтой. Беларусь, Россия, куда хотите. Всем спасибо, берегите себя на дорогах, пока.